написано что-то. Зачем? Ладно, окей. Как ты мог получить... А, если, блин... У меня меньше смертей, у меня больше денег. Ладно. У меня больше содействий. А знаете, что у меня больше? Нет. Это не очевидно. Кажется, у него сейчас шестеренки в голове поворачиваются. Это не шестеренки! Это у него, как в «Игре престолов», такой огромный хер выкатывается из земли. Да, да. Да. На камере да, видно. Да. Такой где-то в недрах Якутии с тайги такая хуйня поднимается на небо. Ну, между прочим, цивилизованный это город. Это белые ебаки! У нас... Что? Белые ебаки. Ну там у них ходоки, по-моему, а это белые ебаки. Такой огромный хер. Поднимается. Ты же остановил запись, да? Нет, я начал новую. Начал новую. То есть, все. Что у тебя за прикольная картиночка? Заунская. Я буква первая неправильная. А какая первая буква правильная? Д. Вот это шутка. Чего не снял и уделал? Кто не нажал? Кто не нажал? Остановите детскую наркоманию. Ударим проституцией по наркомании. Ну, ты как хочешь, конечно. Я тебе не указ. О, это же обычный гейм. Ordinary game. Так, ну чё, давайте. Мид! Вжух, и ты на миде. Топ. Все, короче, как обычно. Ну, в общем, все ясно. Угу. А что ясно? Зилиан на миде. Зилиан на миде, ну... Гоша, ты шаришь в Адакере что-нибудь? Или ты хочешь в лес? Это вопросы разных быстрее понятий. А почему я? Не заставляй меня решать. Быстро. Лес или Адакери? Давай, шевелись. Страшись могущество сумрачных островов. Так. Вот вы сейчас заставили меня, значит, решать. Я думаю, нет, брать Леону, потому что у нас уже два танка есть. Пойдет. Повесили на меня ответственность, а сейчас возьмете и сольете лайн, верно? Че? Я беру саппортские руны или апокери? Ты берешь... Ну, саппортские руны ты берешь. Не угадал. Лол. Ты пропадаешь, Илья. Сейчас меня слышно? Да. Я. Да слышно очень, ты какой же. У меня просто микрофон барахлит, поэтому ты так шти больше, пожалуйста. Потому что я не могу понять, или работать. Ты купил новый микрофон? Ебанутый, что ли? Не знаю. Я мучаю старый. Вот это сейчас было четко слышно. До этого потом ебанутый, что ли? Скажите мне тогда, какого героя я сейчас выбрал? Сону. Я почему-то за 5 секунд увидел, что у меня Чугат выбран. Я, блядь, так охуел. А мы подумали, ты пошутил. А мы думали, ты шуткуешь. Да, я вчера так же шутил, когда я кричал, Даня, да взял я, блядь, АПшную МРУ, блядь. Я ему говорю, Люха, смени ману с Катарины. Я сменил. Люха, смени ману. Да я вот только что хил поставил. Я поставил хил, вот хил. Я говорю, Илюха, смени ману с Катариной. В итоге, да я тебе уверяю. В итоге смотрим, у него мана. А потом, короче, заканчивается игра, и у меня после игры, короче, во весь экран, блядь, миллион ошибок. Типа, произошла ошибка со сменой мастера, произошла ошибка со сменой рун, произошла ошибка со сменой спилов. Поздравляю. Как вы думаете, сволочи? Произошла ошибка со сменой рук напрямую. А, со сменой рук напрямую. О, географ. В доступе отказано. Чего?
Твич Браун. О, Галио в лесу. А можно я на другую линию куда-нибудь пойду? Нет, сиди значит, со мной. Значит, Галио лес? Да. Галио лес. Он сейчас я может... Я стал с недавних пор просто ненавидеть, когда Даня втирает мне какую-нибудь дичь очевидным голосом. Типа, да, Грейвс в лесу. Типа, блядь, что? Да, Грейвс в лесу, да, да. А это все потому, что ты слишком редко заходишь. Саппорт, да, да. Мальзахар саппорт. Зелен на меду, да, да, зелен на меду. Хороший герой, да. Наутилус хороший герой, да. Сука. Наутилус хороший герой. А что не так-то? А дело в том, что из-за того, что он часто не заходит, ну, редко заходит, и он не следит за метой вообще абсолютно, и не в курсах ее изменений. Поэтому, когда приходит, я ему говорю, братан, тут, короче, Грейвс теперь в лесу. И он такой, чё? То есть, когда у меня было чё, я ему писал про это, и он такой тоже, чё? В итоге, через месяц-полтора мы с ним играем, он видит Грейвс в лесу, говорит, чё, Грейвс реально серьезно в лесу? Ну, он говорит, да, Грейвс реально серьезно в лесу. Я-то привык уже за полтора месяца. Это даже немного не так обычно выглядит. Мы когда просто начинаем какую-нибудь игру, и я захожу, и там, и такой, о, блядь, прикинь, ебанаты, у них Грейвс в лесу. Даня говорит, да он постоянно в лес ходит. И меня как бы, блядь, немножко трескается кое-где. Когнитивный диссонанс. Не, ну это не когнитивный диссонанс, но, блядь, все равно трескается. Ебать ты жопу виляешь, просто кошмар. А ты заценил мой классный хромопак? Ты сейчас это кому говорил, мне или Данилу? Ты же лошадь, я же не Гарольд, блядь, чтобы смотреть на виляющую жопу лошадей. Ты не любишь круп? Да. В гостях хорошо, а дома порно с лошадьми. Нюхни хвостик. Нюхни хвостик. Нюхай. Хвостик. Вака-вака-вака-вака-вака. Я диджей, блядь. Смотри, что умею. И ну и посуду мою, не знаю, на что это очень похоже. Ава-а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 ва
Это уже личное. И собака твоя лох. Какая собака? Я ем кукурузу. Какая собака? Ну ладно, ладно, я понял, что ты не очень пошла. Я глухая, я могу это выдержать. Глухая? Сон, она не глухая, она немая, идиот. Чувак, ты слышал, как она играет? Она, блядь, глухая. Всем нравится. А как ты играешь, она еще и безрукая, блядь. Это было так обидно. Она еще, кажется, и безногая. Даня, не спи у него, пожалуйста. Я же не на газу панги. Тут крипов уже пиздит во всем. Ладно, собрался, собрался. Активность! У меня нет варда. Активность. В смысле нет, куда ты его потратил? На этот куст на реке. В куст на реке я поставил вард. Нет. Другой куст. Сам на А нахуй ты туда вард поставил? Потому что у меня был вард. Сколько кустов? Столько проблем. Короче, репорт. Сону? Да, разумеется. Ты только посмотри на нее. Она сдохла. Она сдохла. Так посмотри на нее, она сдохла. Не, ну ты реально непростительно. Кто же будет? Все, я ухожу обратно. Оп, а где мой красный? Вот так красный. Хватит ты юморить. Лошадь, тебе не нужен красный. У меня его нету. И пушки. Че? Кто мне пытается что-то сказать? Да.
крысы в Англии. Ту-ду-ля, ту-ду-ля, ту-ту-ту-ду-ля. Даблу дадите? Мне. Даблу? Мне, не тучу, мне. Ну, понимаешь, тут такая... Нет. О, нихуя! Вот это, да? Вот это жестко. А была отделена? Да, была. А 4-то как тут образовалось? Так, этот ганг? Да. Заезжаю. Да не потому ты въезжаешь, блин. А что, крыса? Ну вы с ними справитесь, что ли? Да серьезно? Гоша, блядь. Не тормози. Да ладно. Что-то как первый день. Чего такие слабые? Ну, сорян. Потому что я остался резко без саппорта. А куда ты его дел? Мой хозяин идиот. Этот нигер не имеет соединения с ним к ТП. Да, конечно, меня щемит, блядь, вчетвером, а, блядь, остальные занимаются непонятно чем. Ты почему опять без маны все время? Я? У тебя... Да нет, Даня, у него одна единственная проблема на МФ. Он, блядь, на третьем уровне уже без маны стоит. На пятом. Блядь, ты как был с третьего без маны, так ты до сих пор и без маны. Я туда не полезу, блядь. Ну, не лезь. Даже за опытом. Так опыта хочу, они все четвертые уже, блядь. Ты пятый, я только третий. Меня нихуя нет. Когда так настойчиво просят о помощи, как-то... Не хочется, наоборот, приходить, типа, да? Да. Пожалуйста, маленький вард кусты, пожалуйста, в ближайший воткни. Я? Ты. Заваржена речка. А, вот я здесь. Понял. Угу. Ты, да? Да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, блядь. Вот это опасности. Блять, а того не забрали, да? Ну потому что... А как это мы не забрали его? Вот так. Ну у меня не было ни фуша, ничего, чтобы его забрать. Плохо. Отвратительно. Да. Иди спаси его на ульте. Нет ульты. Второй у тебя нет. Ну, пошел. 4-1 твич. Либо у него какие-то руны, про которые я не знаю, он как-то очень много по мне наносит. Алло. Мэн. Алло, алло. Пидор, а? У него Deathfire, у него Deathfire Touch. Ну что у него? Крыса? Да. Он своим вот этим взрывом больше урона наносит именно. Пять, я понял. Братан... Блять, он меня вообще просто избивает за три выстрела. Ух ты!
Жесткий. Ура, блядь. Жесткий. Годится. Вот только у него 6-2. А у тебя... Ну, понимаешь, я сделал, как это сказать... Сколько лучше? 350 золота команды за то, что он умер. Моей руки. Вот этими вот-вот руками. Лучше бы он умер с твоей ноги. Все. Дракона бить будем? А? Дракона бить будем? Они сейчас вообще-то придут, и он придет на закупе. У него 6-2. Вот. Он сейчас придет, у него будет очень много всего. А у меня есть ульта. Калево. В районе мида. А у меня нет ульты. У меня есть. Знаешь, как-то вот лошадиная ульта, это не знаете, что-то крутое. Как ты лошадиная ульта? Да у тебя ульта лошадиная, лол, блядь. Канигульт. Канигульт. Канивест, только это канигульт. Канивест, да, канигульт. Хорош, этот, статуя. Я чувствую опасности. Ты тоже ее чувствуешь? Да. Там вон дракон. Не-не. Идут к тебе. Идут к себе. Нет, не идут. Нет, идут. Надо идти. Ух ты, блядь. Я привет. И чё ты сейчас произошёл? Типа, я думал, могу пофармить, да? Ага. Вы справляетесь с скрипами, блядь. Он где-то здесь, Твич. Да. И Браун будет впрыгивать мне между ним и короче, тобой. Да. Прикольная тактика, кстати. Ну, у них они сработаны, это видно. Ну да. А, давайте это. Каниульт. Каниульт, у них тут это стоит, вар. Да, я видел. Детекшн. А, ну идите туда, нахер. Давай. А, тоже. Не, у меня есть ульт, но я не хочу его так бездарно давать. Может, поэтому он тебя убивает? Ты видел? Ты видишь, что ты? Чё? Смотри, сколько у меня снес. Прокат большой. Держу. А, ну ясно, отходим, вышку они сказали. Он сейчас будет выбирать меня. Бегу со всех ног. А смысл ты бежишь? Пиздец, блядь. Он после флеша меня, блядь, достреливает аж до туда. У меня даже нету маны на ульту. Ну ладно. Бля, ну они просто лучше играют, я не знаю, что с ними делать. Че-то парень опоздал. Ну да, успел бы чуть пораньше, было бы круто. А так, конечно, совсем не круто. Ну да, мы просто проиграли бот, потому что мы проиграли бот. Ничего необычного, проходить здесь не на что смотреть. Да, проходить. Че, мне даже ЕС не дадут за этот раунд? 0.5? Да, 0.5.3, попросил бы. Тебе дадут С. Кириллскую. Кириллскую? Да. Даже с плюсом. Возможно. На дракона бить будем, нет? Я сейчас попробую его завардить. Пиши ты. А, крыса здесь. Вон Вис ушла. Потому что сейчас будет это. Ага, они здесь уже, блять. Сломали мой пинг. Ну, крыса здесь. Мало ли, где крыса. Угу, мистер Колосс. Бездарный. Может, бывает такой хитрый? Нет, он просто бездарный. Крыса здесь, вон Визе. Понял. И Браун тоже. Ну,
Блин, вот это ты сейчас совсем зря. Че? Нормально, нормально. Я это... А вот теперь они берут. Куда? Пошли, пошли, пошли. 30 секунд до ульты. Есть ульта, то есть просто... Пока. Я, блядь, даже ультануть не успел. Допрыгались? Да? Да? Поживи чуть подольше. Ну, да. Джерри, иди ко мне, Джерри. Бить будем? А вы сейчас такие крутые, откормленного печа будете. Брать. Ну, кажется, сам за себя. Уии! Ага. 3, 2, 1. Крутой план. Да. Пиши. Ну. Да, без меня как-нибудь. А что тут Даня один будет стоять? Даня, го, куда ты пошел? Фармим, блядь. И кучерявый. Надо менять тактику, люди. Как бы. Начать выигрывать, думаешь? Да. Да, тактика хорошая, мне нравится. Просто берешь, берем, блядь. И выигрываешь такой. Вот проиграл, да, потом бах такой выиграл. Пиздец, да? Да, абсолютно. Просто мы не сделали ничего. А у него, блядь, инфинити. У него инфинити и хурикейн. Это вообще законно? Ну, со счетом 11-4-1. А. Пиздец, жесть какая. Эх. Блин. Ты ебака. О, бля. Я бегу, конечно. Ух ты, ни хрена. Че, не пойдем за ним до конца? Идем, идем. Он шел в инвиз. Да он ушел в инвиз. Блядь, как... Вот. Я не знаю нового Галлио, это единственная моя отмазка. Да, я просто не знаю, на что он способен. Че-то я тоже не подумал, но про него. Он как-то очень быстро сокращает дистанцию, я не привык. Он моментально ультой, он сокращает дистанцию моментально. Вот сейчас он Зилина ультанул или что это было? Нет. Как он тогда сократил дистанцию, если не? Ультой он к нам прилетел сразу и тебя грохнул. Да, ультой это он вот прилетел когда? Вот это был ульта. Но он может это делать только на союзников. Поэтому как бы... Если ты долго не видел Галлио, то нападая на одного противника, считай, что их двое. Жик. Блять.
чё за... Отличная идея! Это была супер идея! Но я уже бежал, когда ты утонул. Вау! И он, блядь, двоих забрал. Вот это тимплей, блин. Это кош... Круз. Ну я уже бежал, как бы. Бежал. Бежал он куда-то там. Огонь. Просто огонь. Огонь, конь. Угу, конь-огонь. Лошадь, хуйня. Лошадь. Лошадь размером с площадь. Ну почему ты не помог, а? Ребят нас насилуют просто пиздец. Вот почему ты мне не помог? Чем? Не знаю, почему я ты не перебил. Я не перебил ни с кем. Мы даже в лейте не выйдем из этого дерьма. Да как ты так ловишь-то меня, блядь? Ух ты! Нифига. Всех троих застанил. Дракон, 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 дракон. Сверхполезный, супер крутой дракон. Ну ладно, пошли. Только они его забирают. А, нет, они его не забирают. Наверное, поэтому вы проиграли. Подходи к нему даже. Облачное это что, напомните мне? Скорость передвижения. Супер полезно, да? Месть. Вот видишь, взяли драконы и сразу камбэк такой. Вау, такой камбэк. Вау. Ух ты! Мы уходить пора? Да, немножко пора уходить. Я ушел. Ух ты. Зили на самом деле хорош. Бум. Ой, беда. У меня нет мана ни на что. Он подошел тут. Ух, жив. И вообще он от пенты был очень недалек. Ну у него 7-й ранг мастерства. А, 6-й ранг мастерства. Ноль, 10-10. Саппорт богов. Ну, раз ни одного килла нету, да. Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А-а-а! Я бегу. Сейчас, мать твою. Ну же. Почти получил свою.
вон туда пошли. Ну, попозже сам приду. Куда? Сваливаем. 7-7-3. Потому что там на миду видно только Браума, а тот видно только Атрокс. Остальные могли спуститься. Можно было Тауэр забрать, ну ладно. Но сам заберется. Забрано. Калькулейтед. Так. Да, я думаю, вот это вот сойдет. Что там по этому? Тут на Итаган, что ли, собраться? Флэш! Нет. Флэша нет. Блять, не успел. Успели чуть-чуть. О, Галя улетит. Бабах. Ой, блять! Зато убил. Подловили. Нету твича, не видно твича и не видно Атрокса. Можно пытаться проносить таур. Атрокс только что убил. Вот Бет, вы где вообще шляетесь? Два ебала они забирать не будут. Да, ладно, да, конечно. Даже если будут, пусть забирают. Там же не барон, там же Геральт. Там барон вообще-то. Да, барон. Окей, я нашел. Я нашел Атрокса. Я нашел его. Не, хотим. У меня 7 секунд до ульты. Мама. Ладно. Меня убивают. Ладно, я больше так не буду. Да, давайте ворвемся. Просто ворвемся. Просто потому что надо врываться. Да? Но ты не сказал этого не делать. Че, время Личбейна? Да, время Личбейна. Стоп, ты почему не собрал искупление? Че такое искупление? Очень полезный предмет, братан, очень полезный. Я вообще не знал, про что такое есть. Ну вот, найди искупление, почитай. Потом. Есть. Кто ты? Куда его ты первым убью? Собирать? Да, его надо вообще первым собирать. Окей, буду знать. Только на Соне или вообще? Любой маг. Любой магический саппорт. С то есть хилом саппорт или без? Без хила даже, то есть. Блин. Да, по сути, на просто сцену его берут даже на все. То есть. Неважно, какой саппорт у него берется. Уходим оттуда. Что ж ты делаешь-то? Мяу! Видал, как это делается? Вот так вот. А ты очкуешь. Они забрали барона и дракона. Насрать. Да как-то нет. Так что он делает вкратце, мне расскажи. Какие-то активные у него есть посетительные моменты? Да, активные у него есть. Он создает зону. Даже если ты умер, ты можешь его применить, во-первых. Во-вторых, он создает зону.
через время каста определенное, все в этой зоне, союзники хилятся на определенную сумму, довольно, кстати, приличную плейту. Вот. А, ну, противники, соответственно, наносятся, ну, в меньшем количестве дамаг. Уходим. Совсем уходим. Вообще уходим. Почему мы я так замедлен? Уходим так, как никогда не уходили. Со всех двух крашеных ног. Не-не-не-не. Данил, ты готов? Я? Нет, у меня еще 30 секунд ульты. Да зачем мне твоя ульта? Ты готов? А как зачем? А Трокс по низу идет. Да насрать. Их тоже много. Вот так вот, ядка. Блять. А вот теперь не насрать. Так, он, ну, нам ломает. Один кто-нибудь. Ну не все же. Ладно. Я с ним. Он меня убьет, он меня убьет. Вот пушанул. Пиздец. Ебаный Браун. Какой он жесткий, блять. Ну, в итоге мы лишили их барона, когда он заканчивался уже. Вы заставляете меня потеть. А сейчас низ еще раз сломают. Не сломают. Потому что Гоша вспотел. Мы бы Смита свалили бы лучше. Да, мы втроем как-то не очень. Да хоть пятером. Еще там делать. Да, все. Можно топ зафармить быстренько. Какие непослушные, а? Ну окей. Давай сделаем это. Нужно вылавливать их, они, видишь, разбегаются, вылавливаем. Ну пошли, пошли на того. Не, лица. Нахер, он улетит просто-напросто. Да он... Без слов. Ну улетит, значит потратит тут, ты не сможешь потом прилететь. Нам сейчас оттягиваться сюда теперь нельзя. Все, а Трок сейчас придет вот отсюда. Пускай идет. Не идет он. Он вот так решил. А-а-а-а, вот так. Все, на развороте, ребята, поехали, погнали. Оп, оп. Оп, раз, два. Два, что такое? А, три. Пять. Я у кого-то все-таки спиздил. Беги домой. Илья, домой. Илья, домой. Домой, Илья, домой, 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 Илья. Дракона возьми. Домой, Илья, насрать на дракона. Илья один этого не сделает. То, что ты от него хочешь.
сделай, сделай. Лицом торгуй. Что ж такое-то? Только сейчас бесится, да? Шлепок. Ого, у меня синий. Че еще купить прикольного? Ну, прикольного? DigiPaint теперь? Да, дальше. Никаэль можно, как дамага много наносится. У меня уже чашка есть. Сука! Микаэля нет смысла. Ну, ты ну, пытался. Так, а? Вниз. Еще одного нельзя. Да пофиг, смотри. Ладно, в этого вы заберете. И все убежали. Меня пока нету, дай закупиться, слушай. Я тут два файта дай пережил. Закупиться. Да. Дай закупиться. Да, дай закупиться. Ты что, за дебила меня держишь, что ли? Не держи в себе. Для этого нужно две руки. Мама. Боже, какая боль. Блять. Прибежит мистер Кинг. А, мама, отпустите! Да. Блять, я пытался, да? Я честно пытался. Ну ты бы вместо дракона бы лучше нам помог все-таки, чувак. Зато у нас есть дракон. Да, зачем нам горный дракон, если мы его реализовать тупо не можем? Мы сейчас дефаем, мы только один раз его смогли пронести, только один раз смогли пройти, да? После этого, по идее, стоило закончить бы. Нам сейчас я тебе сейчас не нужен, слушаю, потому что дракон. Я печатал, то есть ты сейчас сказал в пустоту. Нам не понадобится каменный дракон. Нам он сейчас не пригодится. Тебе надо было канцелить его, короче. Ну, по этой логике. Нет, я не собирался его канцелить, потому что я его закончил именно. Если бы я его заканцелил и побежал бы к вам, чтобы успеть, то есть ему бы оставалось там на две тычки, и я бы все равно не успел, все равно бы умер. Я говорю про ульт. Ну, не надо было на дракона вообще идти. Привет! А что это он? Бах. Ты подгадывал? Да. Блин, типа, единственный чувак у них, который не особо умеет играть. Блять, серьезно, ульта в щит, блять, моя зашла. Thank you.
Finish this. Надо ломать, иначе мы, блядь, проебем. Пускай Зилиан дефает, а мы это будем. От меня больше пользы на пуше. Давайте, танчите. Ну да, хотя против. Давайте говорю, танчите, да? А? Сказал. Все, 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 назад. Боже. Господи, уходим. Да, надо уходить. Надо уходить. Ей, вышка. Меня он прикрывает, как видишь. И зачем? Или если ты можешь... поможем, а трогать. Нет. Не надо его трогать. Блять, он вас завалит тобой. Он троих бы завалил. Я же говорил. А ты бы помог? Я не хочу, ты ебал, блядь, на пятерых нападать. Я что, больной, что ли? Да. Ну, если бы ты был не больной, блядь, могли бы что-то сделать. Втроем против пятерых? Я не АФКшу, я просто жду немножко. Двадцаточку надо дождаться, десяточку. Нет, все, репорт. Звучит как репорт. Так, люди, короче, отключили мозг. Включили наушники, слушая меня, не думаем. Что это? Ну не знаю, походу по-другому не получается. Данила, держись позади. Окей. Оп. Не доехал. А ты чё? Вот, держись, блядь. Я пошел жрать. Приятно пить-то. Он долго это делает? Не знаю. Я пойду покурю. Мы еще играть будем, имеется в виду? Да. А? Да. Ага, хорошо. Тогда я пойду покурю. Запись остановил.